Ты устал. Давай завтра доделаем. Пусть дерево отдохнет. Дядя Мумтаз, ты такой смешной. Дерево же не живое. Как раз таки живое. Ну-ка, сколько ему лет? Смотри, сколько у него годичных колец. Жизнь не заканчивается смертью, Джан. Как это? Вот дерево. Прикоснись к нему. Когда мы к нему прикасаемся, дерево продолжает жить. Понимаешь? Дядя Мумтаз, я хочу спросить. Можно? Спрашивай, родной. Мой папа, он сбежал из тюрьмы. Ты ведь знаешь, теперь рядом с ним никого нет. Все думают, что я ничего не понимаю, но я все понимаю, дядя Мумтаз. С папой что-то случится, потому что все забыли о моем отце. Нет, сынок, почему ты так говоришь? Я знаю, с папой что-то случится. Не думай о таких вещах, сынок. Если с папой что-то случится, он будет жить, как это дерево, да? Не будет? Нет? Будет. Если ты будешь помнить о нем, если ты будешь вспоминать его слова, будешь любить, тогда он всегда будет рядом. Откуда ты знаешь? По себе знаю. Я помню своего мэра. Мумтаз. Он очень расстроен. Неужели я не должен его успокоить? Я говорю ради твоего же блага, Мумтаз. Если ты привяжешься к ребенку, тебе будет больно. Его увозят. Мумтаз, ты же знаешь его мать, она увезет его. Он никуда не поедет, Мелиха. Этот ребенок никуда не поедет. Мумтаз, думаешь, я не вижу. Знаю, что ты учишь его, как в свое время учил Омера. Ты говоришь с ним так же, как с Омером, но он не Омер. Ты привыкнешь, как потом отпустишь его? Не отпущу, Мелиха. До самой смерти никуда не отпущу этого ребенка. Буду заботиться о нем. Не как об Омере. Буду заботиться о нем еще лучше. И ты тоже позаботься. Мумтаз, перестань, ты меня пугаешь. Мелиха, у каждого человека есть причина жить. Так вот, Джан, наша причина. Мелиха, Джан, наш внук. Джан, сын Омера.